находясь в таких удивительных местах, даже забываешь в какой-то момент, что современная жизнь женщины, она наполнена таким количеством дел, таким количеством забот, и ритм ее постоянно возрастает. Но делает ли это счастливей и саму женщину, и ее семью? И что необходимо для того, чтобы найти связь с той подлинной женской силой, с той подлинной женской красотой, которая поможет семье стать более наполненной любовью, теплом, уютом? Об этом задумываются, уже сейчас задумываются многие женщины. И самое важное — это естественность и возможность остановиться и посмотреть внутрь себя. На те потребности, которые есть именно у вас, на то развитие, которое требует ваша женская душа. А вот пути, которыми это можно достигать, у каждого свои. Для кого-то это женские практики, это может быть йога, медитация. Для кого-то выезд на природу и общение с землей, с небом, с воздухом. Но самое главное — это услышать голос своей души.